Всем привет, друзья! Меня зовут Игорь, и сегодня у нас на обзоре кондиционер Beko. Домашняя сплит-система, как на обзоре, я ее купил себе. И хотел бы рассказать об этой системе, снять распаковку и процесс выбора данного кондиционера. Я перебрал большое количество различных вариантов, очень много производителей, производят примерно одно и то же, и цена и качество у всех этих систем очень сильно разнится. Например, данный кондиционер Beko, у него гарантия 2 года, стоит 20 700 рублей, инверторный тип управления, вес основного блока 32 кг, вес вспомогательного блока или внутреннего блока 12 кг. Все вместе получается 44 кг за 20 000 рублей, 20 700. Другие кондиционеры, которые я смотрел, например, Балу, у них стоимость уже начинается от 37 там, до 45 тысяч рублей. То есть, соответственно, другие какие-то производители продают похожие системы в два раза дороже. Но в чем их качество, в чем они лучше, я так и не понял. У нас тип энергоэффективности А, инверторное управление, есть куча различных фильтров. Сейчас откроем, посмотрим, что в нем внутри находится. И как он будет охлаждать после установки, я тоже расскажу и поделюсь с вами своим опытом эксплуатации данного устройства. Ну, в общем, хотелось бы сказать, что этот кондиционер по своим цена-качество наиболее оптимальный. Все другие кондиционеры, почему-то гарантия у них 1 год, у этого устройства 2 года гарантии. Плюс это устройство довольно большое, объемное, соответственно, ему будет проще получать холодный воздух. Так как радиатор больше по сравнению с другими устройствами, он самый тяжелый из всех, которые я смотрел. Остальные где-то около похожего класса, около 25 кг, 27 кг. Это 32 кг. Ну, вес брутто, конечно, в коробке. Без коробки, по-моему, там 29 кг. Но суть в том, что этот кондиционер большой, и я думаю, что он будет справляться со своими задачами, в принципе, на ура. Все основные характеристики, все основные режимы работы у него точно такие же, как и у других кондиционеров похожих марок. Мне, кстати, предлагали установщики установить марку Бирюса, это которых делают холодильники Бирюса. В общем, такая типа ноунейм марка, потому стоит дешевле. Но, как оказалось, тот кондиционер стоит около 30 тысяч рублей. Соответственно, я не понял, за что я буду переплачивать 10 тысяч рублей сверху. Поэтому выбрал именно Beko, тем более гарантия у него тоже 2 года, как и у того устройства. Посмотрим, как оно себя поведет в процессе эксплуатации. Но мне самому интересно, и я хотел бы с вами поделиться своим опытом установки кондиционера, выбора кондиционера. Соответственно, очень много времени потратил на то, чтобы выбрать сплит-систему. Очень большое количество представляет рынок различных устройств, различных марок, моделей. Устройство кондиционирования воздуха. Но я остановился именно на этом, потому что соотношение цена-качество, мне кажется, наиболее оптимальное. Другие модели почему-то стоят примерно в 2-1,5 раза дороже, чем это, а по характеристикам они даже хуже, чем модель, которую я себе приобрел для установки в дом. Она на 35 квадратов, но 13 тысяч БТУ. В принципе, вся квартира занимает 55 квадратов, эта комната примерно 20 квадратов, соответственно, я думаю, что эта установка будет довольно легко справляться с охлаждением воздуха и обогревом его в холодный период. Работает он до минус 15 и до плюс 50, соответственно, на холодный период может обогревать, в жаркий период времени будет охлаждать. У нас, конечно, дом не сильно холодный и не сильно жаркий, но летом бывает достаточно жарко, поэтому все-таки задумались о том, чтобы приобрести сплит-систему для охлаждения воздуха. Давайте ее вскроем, посмотрим, с чего она состоит, какие компоненты лежат внутри кондиционера, что у него есть внутри коробки и как выглядит сам кондиционер. Так, перед нами чек на устройство. Само устройство называется сплит-система Beko Binner 120, Binner 121. Основные функции: вентиляция, обогрев, охлаждение, осушение, инвертор. До 35 квадратных метров, 39 дБ максимальный шум устройства. 24 месяца гарантия, покупалась в технопоинте ДНС 29.05.2020. Кстати говоря, вот само устройство. Мы можем увидеть, что привезено оно во Владивосток 23.05.2020, то есть совсем свежая система. Тип энергоэффективности А,
среднее энергопотребление 571 киловатт в час за год. Ну, это как бы средняя просто оценка. Вот такая коробочка, достаточно большая. И вторая коробочка внутреннего, внешнего блока, точнее. Здесь примерно такие же у нас характеристики. Вот видно, что 32 килограмма вес брута. Размеры коробки. Климатический класс Т1. Страна производства 89. В общем, все картиночки идентичны. Вот такая сплит-система. 44 килограмма или 45 килограмм даже она весит. Производитель произведено в КНР. Изготовитель Турция, но произведено в КНР. Сзади он выглядит точно так же. 23.05. Давайте вскроем верхнюю коробочку и посмотрим, что внутри внутреннего блока. Хотелось бы отметить, что я очень долго выбирал кондиционер, очень много времени потратил на его выбор, очень большое количество различных сплит-систем пересмотрел и остановился в итоге на этой, и хотел бы с вами поделиться именно опытом эксплуатации данного устройства, потому что даже не знаю, в интернете нет особо информации о том, как, какие кондиционеры хорошие, какие плохие. Ценники разнятся от 20 тысяч до 100 тысяч. Это стоит 20 600 рублей, 700 рублей. Другие похожего класса кондиционеры инверторные на 35 квадратов стоят от 35 тысяч рублей. Непонятно, почему они стоят на 15 тысяч дороже. В общем, решил взять подешевле. В общем, проверим, насколько будет оно соответствовать своей цене и качеству, которое заявлено у данного бренда. Кстати, Beko сейчас очень сильно рекламируют по телевизору, очень много рекламируют по телевизору, и я думаю, что этот бренд должен быть вполне неплох, так как все-таки реклама идет, они вкладываются в маркетинговые какие-то истории с Месси, Месси рекламируется по телевизору. Соответственно, думаю, качество должно быть на уровне производства в Китае, а сам бренд, я так понял, располагается в Турции. Итак, коробочку переместили на пол. Сейчас сделаем распаковку. Посмотрим, из чего, какие компоненты лежат внутри коробки. Посмотрим, что находится в внутреннем блоке кондиционера сплит-системы Beko. Моделька Binner Beko 120-121. Давайте откроем коробку, сделаем первую распаковку и посмотрим, что у него находится внутри. Так, он довольно хорошо запакован. Здесь скотч, написано «Не вставать». И открываем с этой стороны. Здесь у нас скобы металлические, очень неплохо так. Она упакована, коробка. Открываем. Надеюсь, вам видно. Итак, открываем коробку. Скобы достаточно сильно держит. Так, что здесь у нас внутри? У нас пенопласт защищает коробку. Здесь поддержка довольно неплохо упакована. Давайте достанем систему. Посмотрим, что у нас внутри. Смотрите. У нас внутри лежит силовой кабель, соединяющий сплит-систему с инвертором, с блоком. Но боюсь, что он, конечно, коротковат. Сколько здесь метров? Значит, что у нас еще есть в комплекте? Давайте разберем. Так, откроем пакетик и посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас инструкция по мануалу по установке, по безопасности. Дальше пульт дистанционного управления, как им пользоваться. Инструкция по управлению пультом дистанционного управления. Инструкция бытовая сплит-система кондиционирования воздуха, руководство по установке, как его правильно устанавливать. Дальше фильтр. Какой-то фильтр. И
инструкция по руководству пользователя. Интересно, что за фильтр? Посмотрим. Что у него еще лежит? Пульт. Пульт достаточно большой, объемный. Вот так выглядит пульт. Я думал, он будет меньше. Еще у нас есть еще один фильтр. Какой-то странный. Затем подставка под пульт. Навесная. Вот переходник для конденсата, наверное. Есть даже шурупчики и дюбеля. Плюс есть прокладка какая-то резиновая и две батарейки. В принципе, вся комплектация. Все, уберем пока обратно. Ну, интересно, что положили силовой кабель. Наверное, здесь 5 метров. Довольно мощный силовой кабель, но по длине боюсь, что его мне не хватит. Теперь посмотрим, как выглядит сама сплит-система. Аккуратненько достанем. И спинопласт ее. Пенопласта. Открываем. Смотрим. В общем, вот так она выглядит. Достаточно громоздкая. Здесь у нас фильтра. Ну, по дизайну, конечно, она, мне кажется, достаточно топорная. Но очень даже симпатичный. Вот инвертор, то есть ничего лишнего. Серебряные надписи такие, как бы зеркальные. Давайте посмотрим, что вот с обратной стороны кондиционера. Здесь у нас трубки. Итак, вот он как выглядит с обратной стороны. Система установки. Вот здесь трубочки. Здесь напаяно, мне кажется, неплохо так. А вот здесь какая-то типа коррозия или что. Непонятная штука. Вот тут датчики. Не сувать руки, написано. Ну, в общем, достаточно большая, симпатичная. Давайте теперь посмотрим, что у нас в основном блоке, во внешнем блоке. Распаковка внешнего блока кондиционера от фирмы Beko Binner 121. Вес внешнего блока брутто 32 килограмма. Давайте его распакуем, посмотрим, что находится внутри. Так. Упакован довольно хорошо. Большая тут пенопластина сверху лежит, чтобы его не помять, не покоцать. Сам блок, сейчас я его достану.
здесь ручки для блока. Так, достаем. Достали блок. Надеюсь, вам видно. Ну, выглядит красиво, здоровый. Очень большой блок. Снимаем конкуренту. Такой большой, как большая стиральная машинка. Сверху ребра жесткости. Винты. Винт большой. Давайте его развернем другой стороной. Или давайте посмотрим, что у него еще лежит. Внутри лежат вибропластины. 4 штуки здесь. С одной стороны. С другой стороны еще вибропластины. И гофра для конденсата, для отвода конденсата. Больше здесь, да. Больше здесь ничего нет. Ну, вибропластины уже хорошо. Давайте посмотрим, что, как он выглядит с другой стороны. Сейчас я его разверну. Удобные ручки есть для того, чтобы его поворачивать. Единственный косяк, что он почему-то здесь поцарапан. То есть видим, какие-то заломы есть. Заломы в радиаторах. У нас выведен система управления воздухом. Чуть-чуть есть залом радиатора. Ну, не знаю, насколько это критично. Почему они туда есть. Наверное, на заводе пришли такие спаечки. Тут вот ровно все хорошо. А здесь какой-то косяк. И вот здесь тоже косяки. Ну, он выглядит таким золотистым. Сейчас я сниму камеру. Посмотрим поближе. Итак, видны заломы. Не заломы, а как бы неравномерные почему-то. Неравномерное полотно по всему периметру. Ну, я думаю, сильно не будет сказываться. Посмотрите, какой он огромный. Думаю, будет очень хорошо охлаждать. Сколько здесь трубок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. 24 трубки. С этой стороны ручка удобная. Тоже есть небольшие заломы. Интересно, завод так неаккуратно делает. Получается. Сверху. И с этой стороны. Есть заколушка. Ну, в общем, вот такого вида кондиционер. Достаточно огромный, да. Сейчас распринесу рулетку, посмотрим, сколько он по длине. Так, взял рулетку. Посмотрим по длине, сколько он. Итак, длина 84, если вместе с этим, 88 сантиметров, да? То есть он у меня может даже в короб не влезть. Сейчас я его разверну, чтобы вы могли еще раз посмотреть. Тяжелый, скотина.
кондиционер. 81 сантиметр без фунтового аппендикса. А тот аппендикс у нас, сейчас скажу, сколько, еще 9 сантиметров. То есть получается 90, да, где-то 90 сантиметров. Друзья, это была распаковка кондиционера Beko Inverter Brinner 120-121. После установки и процесса установки я сниму на видео и выложу в соседнее видео. Где-нибудь найдете у меня на сайте установку кондиционера и процесс эксплуатации его. В данном случае была распаковка. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в новых видео.